как построить работу вот в этот период ограничений, можно работать, нельзя работать, какие есть варианты поддержки, какие есть варианты поддержки на федеральном уровне, и консультанты ставятся. Щенок, я наверх, обегни. Он отсюда, сука, фантазии. Кто-то, видимо, к нам подключился. Я понимаю, что эмоции сейчас перехлестывают. Всем сейчас сложно. Я думаю, что еще какое-то время придется потерпеть, соблюдать социальную дистанцию, там, маски носить, дезинфекцию проводить и так далее. Но людей оздоравливать надо, детей тоже надо оздоравливать. Я думаю, что с учетом этого, под надзором соответствующих органов, это будет открыто. Тогда надо технически сделать одну паузу, одну минутку, коллеги. Подключается? Да. Там есть вопросы в чате по антикризисным займам? По антикризисному займу вопрос. Конкретные условия, он предоставляется в размере до... Музыка какая-то. Плеща, ротища и жопища единовременно. Презервативы куликовские. Секундочку. Очень интересно.